я не хотел бы уводить эту тему в сторону некоего грядущего апокалипсиса. То, что современные общества столкнутся с огромными трудностями, выбирая сюжеты, а не управленцев, это совершенно очевидно. То, что современное общество не умеет выявить тесную связь, или, говоря по-научному, корреляцию между личностью правителя и собственным благосостоянием, это тоже непреложный факт. Но так или иначе, судя по тренду, который сейчас развивается в мире, в обозримом будущем нашими правителями в разных странах будут скорее талантливые артисты, чем политики, или талантливые актеры, чем политические деятели. Это факты, придется с ним смириться.